Юлия Баринова еще 7 лет назад была абсолютно здоровым человеком, но не справилась со стрессовой ситуацией. Женщину парализовала буквально за сутки. Все это время проделывать путь до Краснодара было непросто. Говорит, что теперь, когда медицина становится доступнее, появляется не только уверенность в своевременной помощи, но и надежда на полное выздоровление. Очень было неудобно. Минимум 2,5 часа, а то и 3 часа в машине, либо автобусов, которых у нас нет, опять же, доступных. Вот это выход, что врач приезжает сюда к нам, и мы людей собираем максимальное количество, чтобы он принял за один день. Это очень удобно и нам, я думаю, и им. Медико-техническая комиссия занимается вопросами индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Прием ведется оперативно, сразу по нескольким направлениям. Консультации по реабилитации, протезированию, а также решение общих вопросов. Много нуждающихся в протезировании. И для того, чтобы дойти до протезирования, нам необходимо встретиться, определить объем протезирования. То есть им придется мотаться в Краснодар не один раз. А так мы приехали на месте, все определили, и им приехали, назначили на когда, и госпитализировали, и протезируют у нас на предприятии. Приблизить медицину к тем, кто в этом особенно нуждается, получилось благодаря совместным усилиям администрации города и Совета по делам инвалидов. Марина Буковец, председатель объединения инвалидов «Ковчег», принимала в этом непосредственное участие. Она помогает формировать списки людей, кому нужна помощь, и следит, чтобы все нуждающиеся вовремя попали на прием. Очень довольны, что приехали, что получилось. Очень спасибо огромное нашему здравоохранению, нашей поликлинике, что дали возможность помещения выделили, чтобы на первом этаже, чтобы было удобно. Мы сами не ожидали, что столько людей придут. Мы-то, конечно, своих привели, те, кому нужно было очень серьезно. Так сейчас подъезжали, на колясочнике поприезжали даже с Новороссийска. Вот, то есть эта потребность есть, необходимость есть, и люди очень довольны. И вот сейчас меня принимали, очень грамотные врачи, выписали, переговорили, дали консультацию. Медико-техническая комиссия будет приезжать в Анапу раз в квартал. Следующий визит краевых специалистов назначен на 21 июня.